Эти люди всегда чувствуют себя свободно и раскованно. Их любовь к свободе, приключениям, эксцентричной жизни столь же огромна, как и благородство их души. Ссоры и конфликты почти всегда сопутствуют им и в семейной жизни. Часто в старости они остаются одинокими из-за неумения прислушиваться к другим и учитывать их интересы. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. От душевного мятежа многие приходят к религии. Владельцы этого имени находятся под покровительством планеты Марс. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. В большинстве своем люди с этим именем бесстрашны и верят в людей. Им по силам преодолеть любое препятствие на своем пути. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения. В обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Этим людям нужно стараться не стать тиранами ни в семье, ни в коллективе. Удерживать себя от критиканства, мелочной вражды, раздражительности и аморальных поступков. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.